17 марта в школе номер 1 прошла всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Мероприятие проводится для того, чтобы родители смогли ближе познакомиться с особенностями экзамена. В этом году они проверили свои знания по русскому языку, единственному обязательному предмету для участников ЕГЭ в 2021 году. Участниками акции стали родители 14 будущих выпускников 4 образовательных учреждений Десногорска. Перед началом экзамена родителям зачитывается инструктаж, стандартный, такой же, как и детям. И правила сдачи экзамена для родителей очень близки к правилам сдачи экзамена для выпускников. Для этого экзамена специально были разработаны сокращенные варианты работ. Не на 3-4 часа, а на 30 минут. При этом родители смогли познакомиться с заданиями разных типов. Участники смогли увидеть, как осуществляется контроль на экзамене, какие меры эпидемиологической безопасности соблюдаются. Взрослые школьники на себе прочувствовали организацию ЕГЭ от А до Я. Я мама выпускника этого года. У меня дочка заканчивает 11 класс, поэтому я решила сегодня принять участие в ЕГЭ родителей по русскому языку, чтобы понять, какая будет ответственность на экзамене, на себе, как говорится, ощутить всю сложность данного мероприятия. Все родители получили практические советы от организаторов на тему предстоящих экзаменов. Они отметили, что для успешной сдачи ЕГЭ требуются как глубокие прочные знания, так и правильный психологический настрой. Здесь неоценимую поддержку могут и должны оказать самые близкие люди. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.